Народ говорил, что будет много. Сидела бы дома, готовила бы обед. Рады видеть. Да, спасибо, Саша. Хорошо? Это класс. Верочка. Состояние парня сейчас хорошее, выписывается домой, прошел через очень тяжелые моменты. Наша республиканская больница сделала все для того, чтобы он выжил. Очень оперативно, даже благодаря нашей давней главе министра здравоохранения, директор господин Чеботару дал зеленый свет и помог нам всем необходимым. Работали два отделения интенсивной терапии. Весь этот успех только благодаря всей команде. Сегодня я очень счастлива. Прошел практически месяц с тех пор. Это был очень трудный, кровавый месяц. Каждый день мы не знали, чем он закончится. Закончится он хорошо или закончится он плохо. Но все боролись. Боролся Алекс сам, боролся коллектив первой реанимации и четвертой реанимации республиканской клинической больницы. Боролся профессор Кажакару, боролась заведующая Карина Гутюм. Каждая медсестра, санитарка. В день было по 30-40 человек задействовано, консультантов, бронхоскопия господина Левченко. То есть каждый день очень много людей принимало участие в спасении Алекса. Во-первых, хочу сказать всем спасибо, что пришли. И что поддерживали. Это очень важно. И за поддержку тоже большое, точнее, огромное спасибо. Благодарности. Вы сделали все невозможное. Валерия, героиня, Алекс. Спасибо! Раз. Задумай. Ну и ваш тема. Два. Три. Все плохое.